Ситуация со взлетающей, а затем пикирующей валютой и новыми ценами многое перевернуло с ног на голову для россиян. Поэтому государство предложило гражданам воспользоваться кредитными каникулами. Около 1000 жителей Тверской области смогли воспользоваться правом на кредитные каникулы с момента начала действия нового закона, который обговаривает такую возможность. Еще 167 заемщиков ушли на ипотечные каникулы. В целом банки реструктуризировали кредитов почти на 440 миллионов рублей. Таковы данные регионального управления Центробанка, где нам разъяснили, кто имеет право на отсрочку. Как отмечают в Тверском отделении Банка России, кредитными каникулами могут воспользоваться те заемщики, чьи доходы за последние 30 дней сократились минимум на 30% по сравнению со среднемесячным доходом в прошлом году. Речь идет о бизнесменах, чья деятельность входит в установленный правительством России перечень наиболее пострадавших от санкций отраслей экономики. В частности, в него включены сельское хозяйство, туризм, общепит, медицина, розничная торговля, а также производство продуктов питания, одежды и так далее. Право на кредитные каникулы имеют и физические лица. Освобождение от платежей могут быть предоставлено один раз по всем кредитам, и здесь уже существует размер. На потребительские кредиты размер не превышает 300 тысяч рублей, на ипотеку 3 миллиона, на автокредиты 700 тысяч рублей. Наличие просроченной задолженности не влияет на возможность обращения за каникулами. Более того, если деятельность компании не подпадает под требования закона, бизнесмены могут запросить изменение условий договора по собственным программам банков. ЦБ рекомендует идти навстречу заемщикам. В Тверской области на начало апреля была проведена реструктуризация по 40 таким кредитным договорам на сумму в 458 миллионов рублей. При этом вам не имеют права отказать в предоставлении таких каникул. Если банк под каким-либо предлогом начинает затягивать рассмотрение, либо отказывает вам в рассмотрении предложений по кредитным каникулам, а вы подходите под все критерии, обращайтесь в Банк России. Предоставляйте информацию об отказе, соответствующие документы. По данным Тверского отделения Банка России, за март текущего года кредитными каникулами воспользовались 168 малых и средних предприятий Верхневолжья. Объем судной задолженности по проведенным реструктуризациям превысил 440 миллионов рублей. Добавлю, что любые каникулы, будь то отсрочка или уменьшение платежей по ипотеке или кредитной карте, это лишь передышка, а не всепрощение долгов. И во время этих каникул необходимо набраться сил, пересмотреть подход к финансам, а затем вернуть займы.